Ben senin gözlerine bakarken ne hissediyorsam o önemli. Sen benden bunların hiçbirini saklamadın ya, o önemli. Zeynep, biz birbirimize dürüst olduğumuz sürece kimse bize zarar veremez ki. Bize derken? Sen, ben artık bize biz demek istiyorum. Что будет в новой главе? Узнает ли он, что он адвокат Бориса Мягди, который следует за Зейнепом? Узнает ли он, что Борис Саваш тоже помогал Зейнепу? Что сделает Мягди, когда узнает, что у него нет денег? Сможет ли он связаться с Мягди в России? Примет ли он, что Азлим Барыш и Зейнеп вместе? Закончатся ли отношения между Миром и Зейнеп до того, как начнутся? Так когда же Зейнеп объявит своей семье, что она адвокат Мягди? Все и многое другое сейчас в этом видео. Прежде чем перейти к нашему видео, не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео, чтобы быть в курсе последних событий в нашей серии. В последней сцене Борис заподозрил действия Зейнеп и отправился за ней в тюрьму. Когда Зейнеп выйдет, она встретится с Барышем. Зейнепу придется сказать, что Мягди – его адвокат. Он скажет, что Борис и его семья скрывают это, потому что они против защиты Мягди. Зейнеп захочет, чтобы Барыш принял ее такой, какая она есть. Барыш, с другой стороны, будет очень обижен на Зейнепа, потому что он скрывает это от него и говорит неправду. Он начнет соглашаться с тем, что говорит его сестра. Но он очень любит Зейнеп и поэтому не захочет разрывать их отношения. Он скажет Зейнепу, чтобы она больше не делала ничего скрытого от него. С другой стороны, Зейнеп признает, что Саваш помог ей в этой работе и заставил ее скрыть это. Мягди думает, что у него все еще есть магазин, поэтому он просит свою долю в магазине, чтобы отправить ему деньги. Но Мягди узнает, что у него больше нет такого магазина и что их выгнали из дома. Он не сможет найти деньги, которые он хочет, чтобы добраться до Веси. Барыш, который все узнает, может передать эти деньги Мягди через Зейнеп, чтобы Зейнеп могла получить это дело и поддержать ее. Барыш серьезно поговорил о Зейнепе со своей сестрой Азлим. Однако Барыш был очень зол на то, что его сестра сказала о Зейнепе. А Барыш сказал, что как бы он ни смотрел на этот вопрос, его мнение не изменится. После всего этого между Барышем и Зейнепом будут дуть холодные ветры. Однако их чувства друг к другу перевешивают. Борис поможет Зейнеп в этом деле вместо того, чтобы противостоять ей. Теперь ни одна семья Зейнеп не знает, что она адвокат Мягди. После того, как Барыш узнает, Зейнеп объяснит им с поддержкой и мужеством, которые она получит от Барыша. Они остро отреагируют на Зейнеп, но когда узнают, что у Барыша тоже есть поддержка, почувствуют облегчение. Мы подошли к концу еще одного видео. Вы можете поделиться с нами своими мыслями о нашей серии в разделе комментариев. Береги себя. Прощай, прощай.